Я пишу, чтобы заработать немного денег, чтобы поддерживать свою семью. В то же время я врач. Совмещать эти занятия непросто. Было бы чудовищным упущением не развивать ваш талант. Когда мы обсуждаем, что я пишу, мне советуют не оставлять медицину. Подпиши своим собственным именем. Антон Чехов. Звучит замечательно. Антон Чехов. Суворин опубликует все мои рассказы. Великий и прекрасный Чехов. Гений. Нам нельзя разговаривать, мой брат пишет. Я влюбилась в вас задолго до нашей встречи. Любовь меня не интересует. Это досадная ловушка, которая высасывает у человека энергию. Толстой хочет видеть тебя. Пушкинская премия твоя. Воздержись от плотской любви и поедания мяса. Моли Господа и наказывай себя каждый раз, когда почувствуешь похоть. Часом раньше я мог бы спасти ее. Это ужасно быть врачом. Ты напишешь пьесу, а я все оплачу. Драму о современном обществе. Отразить жизненные страдания, как они есть, простыми словами, отсекая лишнее, изящно. Мои герои проживают скучные жизни и осознают свою несостоятельность. А вдруг внезапно выстрел прямо в лицо публики. Вам не понравилось? Это потрясающе. За ни на что негодных. Антон Чехов. Фильм Рене Ферре. Название? Степь. Ранние воспоминания. Описание природы. Детские трагедии, одиночество, необъятность будущего. Скоро в кино.